Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Здравствуйте, решим задание 597. У двух братьев поровну орехов. Если старший брат отдаст младшему 10 орехов, то орехов у него станет в 5 раз меньше, чем у младшего. Сколько орехов у каждого брата? Оформим задачу в виде таблицы. У нас будет первый брат и второй брат. Или лучше давайте напишем младший брат и старший. И у двух братьев изначально было орехов поровну. Давайте это количество обозначим за x. То есть у младшего было x орехов, и у старшего x орехов. Назовем эту строчку «было». И еще одна строчка, которую назовем «станет». Если старший брат отдаст младшему 10 орехов, то есть у старшего было x, и он 10 отдает, а у младшего станет x плюс 10, так как ему эти 10 орехов отдали. Так как известно, что в 5 раз меньше у старшего станет после этого орехов, чем у младшего, то можно составить следующее уравнение. Так как у младшего орехов больше, то чтобы уравнять, у него больше в 5 раз, нужно количество орехов у старшего умножить на 5. Открываем скобки в правой части уравнения. 5 умножаем на x, и 5 умножаем на минус 10, будет минус 50. Теперь переносим все, что с x в левую часть, 5x переносим, станет минус 5x. Минус 50 было в правой части, плюс 10 переносим, станет минус 10. X минус 5x, 1 минус 5x. Станет минус 4х, минус 50, минус 10. Минус перед результатом, складываем модули, минус 60. Чтобы найти х, нужно минус 60 разделить на коэффициент при х на минус 4. Минус на минус дают плюс, что при умножении, что при делении. 60 делим на 4, получаем 15. То есть 15 орехов было у каждого брата первоначально. И выполнили задание 597. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.